Снимок с поклонницей наделал переполоха в сети. Лера Кудрявцева без макияжа. Тут же на нее обрушился шквал критики. Селфи с поклонницей стало настоящим поводом для обсуждения. Ведь Лера на снимке выглядит совсем не так, как мы привыкли ее видеть. Без прически и макияжа, только в солнцезащитных очках. Но знаете что? Она не из тех, кто прячется. Кудрявцева сразу же ответила всем хейтерам и не сдалась под давлением. «Мне 53, и я горжусь тем, как я выгляжу», заявила она, не боясь открыто говорить о своем возрасте и естественной внешности. Она даже не стесняется того, что делает ретушь своих фотографий. Лера жестко поставила всех на место, ответив на нападение, и точно не собирается оправдываться за свою внешность. О том, что она ответила всем хейтерам и что она думает о своем возрасте прямо сейчас. Да это не Лера. Кто на фото, вообще не пойму. Слушайте, ну это точно не она. Морщины на лице – вот что скрывает ее идеальный макияж. Не верю, что это Лера. Где ее блеск в глазах? Возраст ни одну женщину не красит. Особенно, когда она пытается скрыть, что давно перестала быть молодой. Какая она реально старая. Тут не поспоришь, возраст дает о себе знать, пишут в сети. Телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз оказалась в центре внимания, когда ее фотография с поклонницей стала предметом бурного обсуждения. На снимке она позирует с девушкой. Однако на лице Кудрявцевой не было привычного макияжа, а прическа выглядела, мягко сказать, слегка небрежно. Этот снимок был сделан в момент, когда телеведущая даже не ожидала, что кто-то захочет запечатлеть ее в таком виде. И хотя эта ситуация могла бы быть неловкой для кого-то другого, Лера не растерялась и открыто поделилась своим мнением на этот счет. «Да, я горжусь тем, что не отказываю в фото, даже когда выгляжу как обезьяна», написала звезда в социальных сетях, подчеркнув, что абсолютно не стесняется своего возраста и внешности. Кудрявцева также призналась, что из-за недостатка сна, она спит по 4 часа в сутки, она разрешает себе в реальной жизни быть без штукатурки. Но главная часть ее сообщения не заключалась в оправданиях или извинениях. Она самодостаточная личность и уверена в себе. Сти и в возрасте. «Мне 53 года, и я не стесняюсь этого. На работе мне делают макияж, я приводят себя в божеский вид, и что? Зачем искать в этом проблему?» – добавила Лера. По ее словам, важно не прятаться от возраста, а смело показывать себя, какой бы ты ни был. «Отстаньте от меня», – так закончила свое сообщение, что даже в таком тоне не выглядит агрессивно, а наоборот, уверенно и по-настоящему. Сама ситуация с фото на первый взгляд может показаться банальной, но она зацепила людей, привыкших видеть Кудрявцеву всегда в идеальном виде. Многие, кто знает Леру как безупречную телеведущую, начали критиковать ее за отсутствие макияжа, однако она откровенно заявила, что ей не стыдно за свою внешность. Она призвала и своих подписчиков принимать себя такими, какие они есть, и не скрывать возраст за слоем косметики. Особое внимание Лера уделила вопросу ретуши и фотошопа, который она, по ее словам, использует не так часто, как думают ее поклонники. «Конечно, я редактирую свои фотографии. Кто не хочет выглядеть хорошо на фото? Все мы люди. И я тоже не идеальна. Но важно помнить, что это просто картинка, а не реальность», призналась она. Звезда подчеркнула, что никому не стоит строить идеализированные образы знаменитостей и создавать образ перфекционистки, ведь это не имеет отношения к жизни. Одновременно с этим Лера Кудрявцева продолжает поддерживать свой имидж сильной женщины, не боящейся публично высказывать свое мнение и давать отпор недовольным. Она также не боится открыто говорить о своем браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В течение 10 лет ее отношения с ним вызывают как восхищение, так и обсуждение. Особенно внимание привлекает разница в возрасте, которая составляет 16 лет. Но, как утверждает сама Лера, это никак не мешает их любви. «Мне и моему мужу не важно, что говорят окружающие. Для нас главное – быть счастливыми. Все остальное – ерунда», – заявила ведущая. Не обошла Лера и тему семейных отношений в свете громких новостей. В ответ на критические замечания касаемо миллиардных алиментов, которые Ирина Болгар,
бывшая жена миллиардера Павла Дурова, требует от него, Кудрявцева высказала свое недовольство. Ведущая заявила, что поддерживает женщин и детей, но баснословные суммы, которые озвучивает Болгар, она назвала «грабежом», считая, что такие требования не поддержат обычные люди. «Никто не поддержит требования таких сумм. Я сама мать двоих детей и знаю, как тяжело воспитывать детей без помощи. Да, я на стороне женщин и детей, но миллиардные суммы – это перебор. Это не алименты, а попытка жить на чужие деньги», – поделилась Лера своим мнением. По ее словам, она искренне сожалеет, что Дуров не помогает своим детям, но такие суммы должны обсуждаться в тихом семейном кругу, а не выноситься на всеобщее обозрение. В общем, Лера Кудрявцева продолжает идти по жизни уверенной в себе женщиной, не скрывая ни своего возраста, ни внешности, ни мнений, касающихся общественно важных тем. И, похоже, она продолжает быть для поклонников примером того, как оставаться сильной и независимой, несмотря на критику или возраст.